Привет, с вами снова компания «Новая идея». И перед нами очередная задача. Вы видите чистый белый торговый павильон на колесах. В нем нет ничего. Сегодня 27 мая. Мы хотим показать, что будет с ним через 3 дня. 3 дня прошли. Сейчас вы видите готовый результат. Что за это время мы сделали? Первое. Мы сделали всю внутреннюю разводку и электроподготовку. Все розетки для торгового оборудования и освещения. Второе. Расставили все рекламные конструкции. Сразу хочу оговориться, они были изготовлены заранее у нас. Нанесена печать и сделаны элементы из композита. Каждый из них мы сейчас можем рассмотреть отдельно. На всю поверхность вагончика нанесена полноцветная печать с ламинацией. Важный момент, на который хочется обратить внимание, все катафоты, все лампочки, они демонтируются, потом заклеиваются и ставятся на пленку. Мы тут обрезку не делаем. Юбка выполнена из композита, сверху на нее нанесена полноцветная печать. Состоит она из двух частей, крепится на саморезах, для того, чтобы без проблем для перевозки можно было снять. Важным моментом является то, что все конструкции установлены на алюминиевый профиль. Во-первых, это он легче, чем металл, а во-вторых, он не будет ржаветь. Эти конструкции так. Основные рекламные элементы выполнены по классической технологии. Вот в виде лайтбокса. Внутри модули светодиодные. Лицевая часть – это UF-печать, непосредственно нанесенная на акрил. Буквы – это оклеенный плёнка. Вы видите сами. Никаких космических или волшебных технологий здесь нет. Самое главное, чтобы получить хорошую, качественную рекламу, нужно руководствоваться тремя факторами. Первый – качественный яркий дизайн, второе – качественные материалы и третье – это кропотливая, щепетильная работа, выполненная с душой.